Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, Генич. Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. И есть куда бежать ему дальше. Такое впечатление, целил в угловой флаг. И буквально подарил мяч сопернику. Пас тут получше отдать стоило. Лионель Месси. Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, Генич. Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. И есть куда бежать ему дальше. Такое впечатление, целил в угловой флаг. И буквально подарил мяч сопернику. Пас тут получше отдать стоило. Лионель Месси. Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, Генич. Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. И есть куда бежать ему дальше. Такое впечатление, целил в угловой флаг. И буквально подарил мяч сопернику. Пас тут получше отдать стоило. Лионель Месси. Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, Генич. Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. И есть куда бежать ему дальше. Такое впечатление, целил в угловой флаг. И буквально подарил мяч сопернику. Пас тут получше отдать стоило. Лионель Месси. Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, Генич.
Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Пусть болельщики не очень любят товарищеские игры, но для тренеров и футболистов это главная возможность проверить свои силы. Так что футбол сегодня должен быть вполне зрелищным. И есть куда бежать ему дальше. Такое впечатление, целил в угловой флаг. И буквально...